Йоу! Привет, братишка! Привет, сестренка! С тобой, как всегда, Шиморо. А я знаю, что ты соскучился по чему-то эпичному такому, знаешь, почему-то такому, что будет будоражить. Значит, я принес тебе, что тебя будет будоражить. Поэтому присаживайся поудобнее. Спасибо за лайк, а мы начинаем. Поехали. Всем. Что, разогревочное прям у нас? Прям сразу... Да, разогревочное. Мяско! Разогревочное же. Из разогревочное ГУЛАГа... на топ-1? Из ГУЛАГа в топ-1, блядь. Сразу на флажок или на этот? На красный? Давай на красный самолет, да. Давай. Похуй на эти флажки, блядь. Ой, ебать, меня шатнуло, пацаны, я ушатанный. Что случилось? Что значит ушатанный? Это как? Это значит, что я ушатал все насос. Пизды ему дали. Мне? А тебе пизды дали уже, Шим? Кто? Хуя себе, вот это ты быстро помер. Так и быть, пацаны затащат. Так, пацаны, у нас здесь очень много таргетов. Видите, да? Нихуя здесь нету. У меня нету оружия вообще нормального. У меня нет брони. Даже дичь. Пойдем дальше туда. Давай пройдемся, но они здесь, смотри, прям перед нами. На машину кто-то и давить. Можно, кстати, блять, это хорошая идея. Ну давай рискнем, нахуй. Бля, 20 патронов. Там у вертолета хуй. Пацаны, перебегающие. Ёбнули. Пробитый. Идём. Марина, ебанули. Блядь, иди сюда, маленький, нахуй. Кого-то задавили молодого пацана. Блядь, здесь еще один! Ёб твою мать! Понимаю. Зря я вышел, пацаны. А, из машины вышел? Да, я дурак. Я решил его добить, короче. Там у машины. Это нельзя. Когда ты в машине тащишь, ты тащишь в машине. Машина — это твое дело. Я не машинерист. А ты поднял хины, да? Да, я поднял хины. Блять. Так и быть, я помог ему. Блять, какая неловкая ситуация-то. Все-таки умер, да? Не, кто хин? Ты. Я, да, я-то умер. Я в ГУЛАГе. Нет, я в ГУЛАГе не умер. Я еще живу, как бы. Да, блять. Тем, доеби его. Понял, пацаны. Да добро пожаловать ко мне, друзья! А регистрация, блядь, где? А я ее нет. Бля. Так, сейчас, пацаны, скажите мне, если увидите. А мы в другом ГУЛАГе. Ты не с нами. Минус мы. Я выживаю. А, нормально. Не можешь поехать отдыхать из-за самоизоляции? Не можешь придумать, чем заняться? Уже пересмотрел любимые фильмы и сериалы? Не отчаивайся, выход есть. Современный тактический экшен про спецназ «Калибр». И как же повезло, что здесь грянуло обновление с кучей всяких ништяков. Добавили большую карту «Гавань Амаль». Тебе предстоит провести не один бой, чтобы понять весь тактический потенциал этой локации. Завезли новобранцев. Это оперативники Task Force Black из британского спецподразделения САС. Круто? Еще бы. Выбирай подходящего по стилю игры бойца и мощнейше врывайся в боевые действия. Я бы, ребятки, взял снайпера Арчера. Парень со взрывным характером и винтовкой Barrett модель 95. Это такой серый кардинал, контролирующий бой на дистанции. Но кроме него из новичков доступный штурмовик Стерлинг, боец поддержки Бишоп и медик Ватсон. Ну и вишенкой на торте стало появление боевого пропуска. Все игроки Калибра автоматически стали его участниками и вплоть до 22 апреля смогут получать дополнительные награды. Куча ношеств, так что бегом регистрироваться по моей ссылочке в описании. А сыграв пару боев, ты получишь награду 25 тысяч кредитов. Этого хватит на покупку нового бойца и 7 дней премиума. Я, короче, фармленд рулю. Давай. Мы тут сексом пока занимаемся. Сексом трахаемся. А машина это вообще такая обманка, как бы, блядь. Ну ты вроде бы такой весь охуенный, ты как бы давитель, победитель, поработитель, уничтожитель, но, блядь, что-то не хватает. Центр слева. Слева. На тебя бежит, слева, прям слева. Союзник получил разрешение вернуться. А мне кто? Я, кстати, слышал. А мне кто говорит, подскажет? Бля, пацаны. Эх, попроси там пацаны. Кого-нибудь, там же много пацанов было. Здесь лутано все. ГГ. Не будет. Пизда. Не лутано. Я вышел. Красавчик. Вот что значит Тима. Тима, да. Как там? Гав? ОСН Гавк. Я не ОСН Гавк. ОСН. Кто это сделал, нахуй? Понятно. Без понятия. Это хим, наверное. Видишь, на парашюте сразу съебался. ОСН. А в смысле, хина, ты не в гавке? Не.
Блядь, что-нибудь тигриное, что ли? Он вмял. Вот кот, который хочет трахаться, это выступление. Вот когда у меня появится шашки, тогда я буду в СНГ-авке. У нас почти деньги есть на комплект. Чуть-чуть еще собрать здесь. Сейчас соберем, слышу гуд. Вот прям кропали. Во, у меня 1200 еще. Все, у нас есть, у нас есть, пацаны, у нас есть, пацаны. Можно к магазину прямо сейчас. Он за кем-то следует. Прям сразу? И тачка есть, да-да-да. Слушай, я еще заметил, брони что-то нихуя нет. Вот, только первую плашку нашел. А что-то как будто с лутом сделали, много говна начало падать именно обычного. Угу, угу. Раньше более-менее нормальные пушки падали, а теперь нихера не падает. Давай, давай, братан. Ага. Будешь должен. Я сейчас буду пробовать новую эту, блядь. Кого? МП-7 обрезал нахуй вообще в говнину. В смысле обрезал? Ну, там убрал у нее все, она теперь мобильная. Ну, оружейный равин. Да, теперь она у меня вообще просто пистолетик, понимаешь? Буду пробовать убивать. Пистолет? Ну да, она реально пистолет, даже не пистолет пулемет, а просто пистолет, блядь, теперь стала МП-7 у меня. Понимаю. Вражеский дрон локатор. Тут где-то слева полили. А что с графикой у меня? Вон там стреляли где-то. Так, а у нас вообще нет денег ни на броню, ни на хуя, да? Ну, пойдем отжимать. Пойдем, здесь где-то была война. А, вон они там, они дальше побежали стрелять. Погнали. Погнали, погнали. Здесь никого вроде бы, то есть подсиди. Блять, мы можем вот... я скинул этот нахуй. Радар. Мы можем флажок взять по дороге сейчас. Давай, давай. Давай, давай, возьму. Я тут нашел... У нас машина еще есть, если что, как бы. Она уже далеко. Сука. Сейчас радар хочется найти теперь. А что значит ОСН? ОСН? Отряд специального назначения. А. Есть этот, противогазик. Я тут нашел кое-что. Угу. Нужно? У-у-у-у. Был противогазик. Они был. Где-то в этом райончике, получается, пацаны. Ну вот как раз у нас в ту сторону нам идти. Пацаны-мальчишки, охуенные. Погоди, вон же они флаг захватывают, походу, точку возле нашей. Я где не вижу. Я не вижу, не видел. Вон желтая. Вон он. Желтая в небо. А, понял. И чуть правее от этого места стреляют. Ну, значит, они там, да. Закончили захват. Хин бежит ебалом получать. Да. Я обойду немножко справа зайду. Там вот как раз справа и стреляли где-то еще. А, у меня, да. У меня мальчишки. Два мальчишки у меня. Прокоцаны оба. Минус броня. У меня вот здесь. Точно где? Противник вот здесь. Противник в движении. Нужен саппорт. Продамашил. Он продамашил. Минус. Еще один. Еще один где-то. Нихера не вижу. Все, минус. Минус. Мальчишки, мои мечты, блядь. Есть, наверное, машина где? Едет на нас! Да-да-да-да-да. Спрячьтесь в этот скин. Отлично! Ты его убил? Да. Да, все, нет машины. Успел продамажить немного. Пойдемте к магазу, давал. Пацаны, подойдем, надо броньку всем купить. Сейчас я захвачу флажок. Давай, давай, братан. Чтобы у нас бабки были, а то бабок нет. Я сейчас бронь куплю допом. Миллиондер. Миллион долларов. Мне нужны патроны на РПГ. На РПГ? Купи патроны. Патрошки? Пять денег есть, да, патроны. А что, у вас прям не хватает, да? Ну, блядь, жалко, конечно, ну да. Ну, мне только РПГ нужно. Если есть парни, то... Нет. Сейчас будут еще. Вот здесь патроны. Контракт. Бабки завез. Давай, 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 дай. Бабки подвезли. Тоже пластины. Ты, Хин, купил себе пластины? Да, да, да. На синей метке патроны, да? Да, на синей метке у магазина патроны, и там броня лежит кусочек. Все есть. Так, а в доме не залутано? Непорядок. Блядь, нахуй мне эта граната? Бля, челик, что, на коцанном грузовике ехал, что ли, радостный? Ну, я его прокоцал, получается, еще. Понял. Парни, как ты сюда забрался на эту крышу? Еще броня есть. Точный авиаудар есть. Я понимаю. Не, все, есть нормально. Точный авиаудар возьми. Я его взял, взял, взял. Взял. Я думал, это у нас БПЛА. О, да, да, давай, 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 возьми ты. Я? Да, возьми себе. Так и быть. Ну, у меня же точный. Ну, отлично. Кин, возьми деньги, чтобы потом купил, если что. Что у нас по зоне? Блять, нам через... Ой, ебаная зона, нахуй. А, нормально, жить можно.
У нас машины здесь нет нормальной, чтобы добраться. То есть мы можем под стадион, конечно, пройти и поехать. Но нам лучше пробежать так. Нам вот сюда лучше добежать. Я машины не особо люблю, в плане палимся сильно. Да, да, тем более, когда в сквадах. Соло машины прикольные еще. Ну, потому что в соло можно, блядь, до топа на ней доехать, нахуй. А у меня чувак был вот недавно, до топа доехал, я его взорвал, вел нами. Кто? Комплект, комплект, комплект. Давай возьмем. Снапу, он такой и жопе, правда, на чистом поле. Ну тут нас только со стадиона могут снять, но я не думаю, что сейчас кемперы, блядь, здесь будут жить. Я не вижу кемперы. Эти люди. Так. Я не вижу. Так, 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 так. Моя пиписочка. Ага. Все, пиписочку взял. Кар у нас есть. Знаешь, что мне не нравится вот в эти вот райончики, блядь? И единственный момент, то, что очень много заседунов на крышах здания. И их выбивать оттуда, ну пиздец. Да и не только на крышах, они могут засесть просто в уголке где-то сидят и ждут. Но карта чудо будет к госпиталю, у меня такое ощущение, блядь, будет сужаться у нас. Ну или Train Station, два варианта такие. Да, да, да. Надо да, бы да. цель взять. Вот здесь у нас цель есть. Да, я давай. Бля, здесь столько, кстати, мы сейчас бабла можем поднять прям по этому городу. Заметь, ни один этот не активирован практически. Да, то есть всем похуй. Практически нет. Я думаю, все просто слева и сверху, потому что самолет снизу вверх летел. А в этом как раз куски никого и не было. Угу. Здесь и этих. Здесь же, помнишь, прыгают туда, где много этих контрактов есть. Там, где нет контрактов, туда толком никто не прыгает. Но, кстати, да, многие брезгуют контрактами. Я не знаю, это новички, не новички. Но вот здесь не лутано, как бы. Надо денег дай побольше, БПЛ-шки взять, пока бабки мы здесь бегаем. Дай. Зачем? На БПЛ. Денег дай. Дай. Денег хочешь? Дай. А, ну у меня 500. На хлеб с маслом не хватает, эй. Давай, давай. Сейчас, когда контракт возьмем, заюзаем одну БПЛА, чтобы вычислить что-то сразу петушков. Сейчас сдаст их на другом конце карты. Не, ну это как-то нелогично, когда далеко очень дает. Вот это здание меня бесит нахуй в этой игре прям. Голубом помечен. Что, совсем бесячее? Ну потому что там втроем, там тяжело выбить, если кто-то наверху. То есть там можно до финала просто сидеть. Ну, лифты вот эти вот. Минус лифтов, что нельзя ли стрелять, пока едешь, нельзя отцепляет, анимация отцепления очень долго. Он здесь. Рядом. На здании. В доме, что ли? Нет, рядом, которое здание. Там тоже можно подняться. Заюзайте кто-нибудь БПЛА, пожалуйста. Не знаю. Давай. Ага, вдвоем на крыше. Втроем они там. Втроем. Ну, они заняли позицию. Тут народу. Я вот не знаю, в здании нет. Так, смотрим, 49 метров у нас один вдалеке, они втроем на крыше. Над нами вражеский БПЛА. Они в углу крыши. Давай с левой части поднимем. Да, давай, 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 только аккуратненько. Они стреляются, кажется, как блядь, раз. Блять, это лифт. Блять. Здесь где-то должен быть, здесь лестница по краю здесь по лестница. По краю, да. Вот слева по краю и справа, давай справа поднимемся, раз они слева тусуют. Угу, с противоположки. Ага. БПЛА закончилось? Активная да, кончилось. Дрон-локатор. Он за кем-то следует. Че, на картонах, пацаны? Давай, 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 команда. ОСН Гавк. Работает ОМОН, блядь. Две такие жопы, блядь. Бля, Кина, что ты быстрее ходишь? Я СМП-7. Бля, у тебя такая жопа здоровая. Ебанево, пацаны. И у тебя тоже, блядь. Вот отожрали, вот что дома сидим, значит. А вот кого, блядь, карантин, нахуя. Бегаю здесь. Не слышу. Мы уже поднялись, Хин. Сейчас, внимание. Да. Выбегай сразу налево, смотри. Направо, точнее. Блять, ну чё ты, а? Не, ну правильно, что налево посмотрел. Не вижу. Вижу. Ещё где? У меня сзади хинзы! За тобой! Здесь с твоей стороны! А я его не видел. Я тоже не видел. Ещё один. Или вы все его забрали? Еще один. Не знаю, сколько еще один еще должен один быть. Дал мину вовнутрь. Он внутри, если. Да, он здесь, 8 метров. Прям внутри. Да, он я прям внизу вот здесь. Вон он мину поставил. Снял мину. Так, смотрим. Он уже снаружи стреляет нас. Снаружи? Да, переебал его. Да. Но это не там он. Там другие, там двое. Это другой, да, сквад. У меня нету этого, блядь. Хин, слезай! Че? Назад, назад! Слез. Ползи, ползи. Снайпер не с крыши это? Да. Внизу. Противоположная крыша? Не-не-не, внизу прям. В этом а, под нами все. Вижу, вижу, да, вижу. Я сейчас его ёбну, пацаны. Над нами вражеский дрон-локатор. Он за кем-то... Ёбну сейчас.
Я штурмовик 3, вас понял. Он перебегает, он в здании. Противник в движении. Он там. Сука. Вот один. Вот здесь он в здании внизу под нами. Я ему дал авиаудар, он съебал. Сейчас я минус здесь поставлю. Да, я сейчас тоже одну поставлю ниже. Он внизу в здании под нами, Тём. Угу. Да сука, как он так охуенно стреляет? Я нас перекрою, и тот вход тоже Снукер. Перекрою миной. Давай, падай. Может не падать. Чё у вас по пластинам, пацаны? Чё у вас? Ты из-под этой его зарезал? Да-да-да, он падает медленно в воздухе, и я его резаю. Нету пластин. Откуда он снял тебя, братан? На пластину. Да, с маленького, да, со здания снизу. Пацаны, идите вот сюда, идите ко мне, пацаны, пожалуйста. А зачем? А вот сюда мы уходим. Там раздают что-то вкусное? Мы уходим. А, мы уходим? Угу. Ну ладно. Вон он из здания палит нас. Угу. Угу. Пошел нахуй. Двое. Блять, хуёво. Пластин нету. Пацаны, аккуратно. Блин, если что, заходи в здание, да. Сейчас окружать буду. У нас трое в нашем здании, откуда мы ушли. Все, отлично. Сюда. Пацаны, наверх. Меня в ноке опять, да заебали. Я подниму. Они идут, они не сближаются, нет? Нет, не сближаются. Не знаю. Я в здание ушел. Наверх? Да, наверх. Пешком что ли или лифт? Я на этом поднялся, пешком. На подъемнике. Я на лифте ушел. Они сейчас перестреливают. Они зашли, стреляли в меня, пока я в лифте был. А, ты на лифте заехал вверх? Да, я мину поставил под лифт. Давай. На лестнице надо тоже мину. Да, давай, я лифт возьму. Хиныч, ты где? Ты пешком идешь, я да? Я поднимаюсь по лестнице, да. Мы потом просто с этого здания слетим, когда зона пойдет. Я тут. Угу. Тём, ты лестницу почекаешь, да? Есть вторая мина. Да, я чекаю лестницу. Блять, с этого окошка лететь или? Да с крыши прям полетим. Да, с крыши можно там полететь. Там зона идет уже. Идем. Да. Нужно перелететь сейчас срочно на другую крышу. Вон на ту куда-нибудь. Вон? Готов. Может ту? Какой? Повыше, которая? Там уже есть люди под ней. По-моему. Мы туда не перелетим, кстати. Давай, поехали. Есть на РПГ снаряды? Должны быть. Нету, ноль. Сейчас посмотрю. Сейчас. Если оружия нету определенного, то у меня не лутают патроны. Людей не вижу. Чё у нас по радарам? Охуеть, со спины! Оттуда. Падаю. Чё там, снайпер? Да. Да, снайпер на той крыше. Попал. Всё, пластин нету. Попал, пацаны. Тоже нет. 5 метров под нами еще. Надо спрыгивать. Ты спрыгнул? Кто спрыгнул? Нет, я наверху. Я внизу. Я его положил, но и меня положили. Я спрыгиваю к тебе. А, добили. Они здесь в маленьком здании оба. Минус. Добил. Нам у бабки нужны. У одного из них было это. Чё? На нас охота. Тём, на тебе. Уходим. Уходим. Нету пластин вообще, надо хина сейчас резнуть. Денег дохуя. Угу. Денег хватает. Хин, да. Ближайшую точку нам дай. Блядь. Вот магазин слева, который. Да, поехали. Побежали. Там как раз нас не перекроют. Блять, вот это потняк нахуй. Да капец просто. Они сейчас будут спину нам настреливать с того здания. Нет? Нет, вроде. Ликвидация предотвращена, нормально. Их убили. Блин, Хин, ну что ты так подставился-то? Впереди в здании. Магазин будут пасти этот. Блин, давай не будем рашить, братан. Он там. На первом этаже. Со спины. Понимаю, да. Машина. Понимаю. Из машины вышел хуй? Да. Минус. Минута, ну. Меня еще ебашут! Тебе с забегает. Другой стороны! Блять, ебаный рот! Внутри! Вот он меня убил. На мне денег дохуя. Он с дробаша меня убил. Охуеть. Братан, бабло, и можешь нас двоих сразу апать. Да. Охуевшие, блять. С крыши, Тём, осторожно. Отметьте магазин, пожалуйста. Вот он перед тобой. Сразу апни ган и взять. Не хватает бабок. Ганы. Не-не-не, ганы мы возьмем, в смысле, у убитых.
уёбан. Я броню купил на всякий. Там брони нихуя нету на убитых. Два разных склада получается еще здесь. Да. Да-да-да, Хиныч, только моё не бери. Да я что-то возьму. Не твоё. А, на магазине точно. Прямо это. Блядь, денег нет. У меня 2700 еще есть на пластины как раз. Тоже. А, тоже пластины, говорю, полторы. Возле магазина. Да, я видел, видел их. Два пака. Хуёво то, что у нас нету. Хуёво то, что у нас сейчас нету этой, блядь. Ёбаного говна. Да, да, купил. Давайте в этот дом. БПЛА, Тёма, Тём, БПЛА, пожалуйста. Купи БПЛА. Тут парни в этом доме. Точно да. Видел, да? Да. Пойдем комплект возьмем, пацаны, комплект. Да, мне это нужно. Там сейчас война будет на комплекте. Там не только наш упал. Ой, блядь, он второй этаж комплект. Угу. Там справа БПЛА. Заход. Давай сейчас справа зайдем. Я не знаю, зайдем. Как подняться на крышу, я знаю только, как снаружи, сзади подняться. Ну вот, сейчас справа пойдем. Блять, так открыто бежим, так страшно, блять, яйца мои потеют. Это что? Это дрон. Я хуйню кинул. А. Так, а здесь справа, по-моему, да, у нас вход получается? Где-то кое-что. Да. Нужно? Вроде бы. Над нами вражеский БПЛА. Блять, здесь нету справа. Приближается газ. Тут а вот. Быть, да. Над нами вражеский БПЛА. Нашли, радар да? Есть у кого-нибудь, Тём? Да. У тебя живой радар, есть, братан? Есть. Да, пусто. Ничего не показывает. Бля, здесь заперто, подожди. Здесь где-то здесь должен дальше. Быть проход. Дальше. А, вот. А это спуск, подожди, стой, нет. Не-не-не. Это спуск. Здесь дальше, вот. А, здесь дальше налево. Лестница еще одна должна да-да-да, быть. Да-да-да, вот здесь вот. Вот сучки маленькие, козявки, блядь, чебурашки нахуй. Здесь кого-то разобрали уже. Так, вы нашли проход, да? Да-да-да, там по прямой все время. Надо срочно комплекты нужно, иначе вычислят. Так, я на крыше? Угу. Вас жду. $1,000,000 США. Радар чисто. Миллион долларов. Я пойду цель возьму. Давай. Блядь, до сих пор помню этот трек Сереги, пиздец. Так. Отлично, мы близко, мы можем пойти прямо с зоной, по идее. У нас есть 31 метр, ребята. На крыше больницы, возможно, хуй. Либо внутри. Да, там перестрелка. 31 где? Метр соседний на крыше дом? Больницы, соседний дом. Да либо на крыше, походу. С крыши стреляет. Я разберусь. Угу. Нам бы уйти отсюда. Нам надо уходить отсюда, палево. Да. Нам нужно уйти сразу в зону, закинул перейти и занять позицию стратегическую. Зря вспалился, братан. Продамажил. Он сейчас будет да. Внизу смотреть. Нам стратегический дом нужен сейчас. Вот здесь у нас, в принципе, уголок такой симпатичный. Нас сверху могут расстрелять. А здесь вот прикрытие есть у нас. Они именно. Не в зоне. Они не в зоне. Они не в зоне, кстати. С водой крыши могут расстрелять. Нас, вот да, с любых крыш, пацаны. Давайте отойдем вот сюда. Какой дом тогда возьмем? Вот сюда. Противник. Да, вижу. Вон и вон. В палатках пока вон затусуйте. В палатках. Палатку возьмите вот эту, пацаны. Ну мы здесь на крыше пока оставим. Давай. Тут мы вон. Отсюда прикрываем. Хорошо, ребята, оставайтесь там. Тогда. Я крышу чекаю. Меня? Нас целил. Я же говорю. Убил его. Красавчик. Там еще кто-то в вас стреляет. Кто приземляется? Не мы. Есть. Все, готов. 50 еще метров. Один хин! Там еще один! Принято. 50 метров, а противник в магазине. Меня отнокнули, но он пробитый. Жив. Тёма, уходи, Тёма, зона! Осталось 10. Вы еще можете победить. На мне. Да. Хорошо. Найдена новая безопасная зона. Братан, парни, оставайся пока сейчас, там. Сейчас, я попробую... А, денег нет. Оставайся там, братан. Сейчас дам денег. Подожди, мы успеем хина можем резнуть, но это риск. Либо да, пацана... Да, мы можем хина резнуть здесь. Здесь торговец. У меня может, кто-то есть. Что нужное есть. Вон там вот. Вот эти двое, нужно их добить. Шин по тебе, вон. Шин откуда-то. Здесь кто-то наебашивает. Братан, я прям в центре зоны я здесь. Я к тебе. Юзаю БПЛА. Над нами наш БПЛА. Одного убили. Одного добили. Остается пятеро игроков. Пошли, входим. Они внутри здания. Да, пошли. Работаем с разных сторон. Меня снял пробитый в говно. Отметь точку высадки для команды. Остались только вы. Закончите дело. Понял. Бля, МП-7 такое охуеть, конечно. Они здесь заряжают броню сейчас. Да, не под тобой двое, он поднял одного. У тебя мину, можешь куда-то кинуть. Да. Они здесь сейчас. Их двое, да?
Да. Внимание, газ! Найдена новая безопасная... Они выйдут под меня. Завершите задание. Уничтожьте их. У тебя противогаза нет, да? Минус. Бомбу взорвали. Взорвали. Мину твою взорвали. Вон он. Да ладно. Да ладно. Все будет чика, ладно. Красавчик. Пошел на ГГ! Невероятно! GG. Удивительно! Неплохая разогревочная карта. Неплохая разогревочная, да, пацан. Возможно, выложу это на канал. Поэтому, ребята, подписывайтесь на пацанов. Они охуенные у меня. Ссылки в описании. Спасибо. Да-да-да. Разогревочная, ебать. Реально, сели просто, вот только сели, блядь. Пойдем теперь 10 топ-1 подряд. Да-да-да. Не, ну катка была нормальная, на самом деле. Был ГУЛАГ. Хорошо. И все было, да. Все было. Сколько раз? 6 раз откис? Ну, не знаю. Почему 6? Ты что говоришь? Ты я падал раза... больше. Ты два раза умер. Я два раза умер, но падал-то сколько раз? Не, ну там же со снайпером перестрелка, она делал такое. Да. Ну сейчас, может, еще отыграем, ребята. Еще сейчас как назаписываем, вам будет 2 катки, 3 катки, 4 там. Короче, готовьтесь на карантин, короче. 10-часовой ролик, говорит. Да. Сидим дома. Все. Пока. Надо сказать пока. Пока. Пися. Пися, пися, пися. У меня, кстати, дочка до сих пор смеется над словом пися. Пися. Она говорит, папа, рассмеши меня. Я говорю, писька. После этого крика, наверное, соседи подумали, что за ебанутый. Что, опять сюда? Да, давай на красный самолет. Ну ты видишь, это выигрышный самолет. Он приходит, приводит нас в топ-1. ГУЛАГ, говорит. Кстати, да. Мы чаще отсюда выходим в ГУЛАГ, а потом побеждаем, блядь. И топ-1 берем. Я немного позже приземлюсь. Я тут, блядь, какую-то. Я тут подтупил чуть-чуть. Что, ты пися у нас? Бля, пацаны. Не, мне родители писали. Это пизда. Это пизда, пацаны. Нихуя, братан! О, сундук нашел. Ой, помаз, мое любимое. Пацаны, скорее, братан. Бегу на тебя. Бегу! Не режь меня, вертолет. У меня тут был хуй, сейчас прибежит еще кто-то, пацаны. Я вертолет! Бегу. Да. Вертолет! Он меня хотел зарезать. Пошла ракета, блядь. Транспорт отключен, пацаны. Красавчик! Парни, мне нужна пушка, у меня карабин. А вот здесь ФАМАС есть. А чё он не вылетел? Чё вертолетчик не вылетел, я не понял. Он решил умереть вместе с ним. Так, тут еще рядышком. Вальгалу. В Вальгалу, блядь. Мой транспорт. Моя жизнь. Тут еще пацаны, прям вот здесь. Я могу дроном вам поотмечать, надо? Не, не надо, лучше пушкой поотмечай. В писю кому-нибудь постреляй. Над нами вражеский дрон локатор. Слева что слышно следует. Но здесь были перестрелки, прям вот близко. Да-да-да, только что при этом. Блять, непонятно, вот в этом доме или в доме слева. Здесь? Есть. В этом доме? Да. Второй этаж? Двое. Второй этаж, да? Да, 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 да. На первом сейчас. Сбил броню. Ага. Минус. Снял броню. Он один. Один. Еще друг. Еще один. Еще друг должен быть. Хорошо. Есть оружие? Нет оружия, да? Ну, было. Оказалось. Было оружие. Вот здесь что-то лежит. А вот. Хуетень. А где друг? Не знаю. Я дрон. Я дрона. Юзаю. На крыше? Нет, нет. Не на крыше. Это птичка. Чекаю. Вот здесь стреляли сейчас. Вот здесь, в этом доме стреляли. Понял. Ну, берите его тогда, я пока возьму сейчас. Вот этот. Отмечаю ящик снабжения. Денежку. В этом доме нет никого. Угу. Блять, а где ящик? Я вообще не вижу никаких целей. Ящик возле меня. Вообще никого не вижу. Все, вот. Вижу. Вот там. Где? Вот один. Вот. 130 метров, далеко. Да? Убегает. Пластины сторону. Закупим? И еще дальше двое вот здесь. Вижу движение. На магазине как будто кто-то. У меня пластины не вставляются. Я взял набор. Вставляю. У меня не вставляются пластины. Чё за хуйня? Не работает кнопка. У тебя тоже? Нет, у меня работает. А у меня не работает. Охуенная игра, блядь. Радостная нахуй. У меня нет пластин. На, пластины. Попробуй взять их заново. Реально, поднять и это.
Мне не помогает. Помогает только, когда нокают и поднимает кто-то. Надо мне с крыши суициднуться. Блять. Ну давай их добьем, может, они тебя сейчас нокнут. Да не, так не работает. Когда ты хочешь умереть, тебя никто не убьет, блин. Ты становишься бессмертным, блять. Так, они тут, рядышком, перестрелка. Могу еще дроном пометить. Выполнен. Все ящики снабжения. Надо? Там не было противогаза, три. Надо, не, не надо, надо не надо. Надо дрон. По одному падает только. О, цель. Давай цель, давай возьмем. Цель возьмем, может сейчас кого-нибудь. Во, у нас 6. Мы можем комплект взять, вернуться. Предлагаю взять комплект нахуй. Да, давай. Она, они здесь прям. Давайте комплект возьмем. Пизду. За кем-то следует. Кстати, а на дрона я могу залезть? Да. Мне кажется, нет. Как бы это давай было попробуем. Заебись, блядь. С ракетницей к вертолету подлететь, да? На дроне, да-да-да. Ебать бы здесь уже роликов на ютубе, мне кажется, было бы на эту тему, нахуй. Пластины до сих пор не вставляются, да? Да, у меня не вставляются. Мне надо куда-нибудь повыше залезть и упасть. Охуенно. Охуенно, девки, бляшу. Во-во-во-во-во! Ты почти сдох. Блять, ты когда хочешь, реально умереть не можешь. Офигеть. Просто, блядь. Что за... Я вещи не могу подобрать другие. Применение брони в процессе. Применение брони в процессе у меня, парни. Стрель под себя базукой. Ракетницей. Близко не вижу целей. Тебе еще рано умирать. Вот и решение вопроса. Вижу вот здесь цели, вот там цель вижу. Сейчас, работает, братан? Сейчас. Да, все, заработал, только брони нет. Надо купить. Хин, у меня хин. Нет. Хин, купи броню и БПЛА одну, купите, вот. БПЛА и брони. Не хватит на БПЛА. А, не хватит. Хватит, 4000. Пойдем их убивать? Да, да. Но они что-то сбежали вообще от нас куда-то. Что-то охуевшие вот какие-то петушки. Петушочечки. Угу. Рядышком. Говорят, там больные какие-то люди, РПГ под себя стреляют. Ну их нахуй. Не, ну что-то багов у этой игры, конечно, блять, прибавляется сразу с каждым днем. Что-то новое всплывает. Ну это капец просто. Вон, вижу, видел их. Ага, давайте. Вот, здесь еще броня прям. И с нашей стороны. Да. Ты еще броню... Вон, вижу. Вышел. Со щитом хуй. Чё, щит, говоришь, у тебя? Блядь, я только ракетницу достал. Ага, давай. Да, нормально. Он там, они один под щитом они, да. У тебя патроны есть на аэрку лишние? Сейчас посмотрю. А у меня не аэрка же. А, да, сейчас я тебе дам. Здесь этот... На аэрку. Да, блядь! Они полуживые, парни. Полуживые? Да. Блядь, добивает меня. Пистолетчик сзади зашел, пока я перезаряжался. Блять, это что за хуйня? Союзник в ГУЛАГе. Если он выживет, пистолет? На тебя... Нет, на мне добивает. Блять, они меня перекрыли, пацаны. ГУЛАГ. А они не вместе при этом. Ну это знак топ-1. Да, это знак топ-1. Шим. Давай. О, вот он перед тобой. Направо ушел. Направо. На базе справа. На респе справа, да. Справа. Бежит тебя. Убил. Красавчик. Шим, говори, вот он перед тобой. Так, Тёма, рассказываю. Рассказываю. У себя на респе стоит. Стоит на респе, АФКшит. Встал на респе, стоит, ждет тебя. Ждет тебя справа. Справа. Смотрит на центр. Справа, да, бежит к тебе в твою сторону. Там же по центру. Справа. Не вижу. Там же. ГГ. Если... Так, теперь мне говорить, пацаны. Бросили. Я готов. А он где-то на своей респе, братан. Заслужил право выбраться. Перед тобой. Убил. Тём, возьми пушки, которые мы сбросили тут. Точно. Блять, вот эти хуесосы нас зажали, блять, обоссанные нахуй. А патронов не было, все из-за этого. Не, я там топанул. И нас окружили, я начал теряться, меня жали со всех сторон просто. Ну, то есть, я, точнее, не мог таргет выбрать нужный. Они просто... Я бы тут обычно в такие моменты... А, паника, ебут! Не, ну там реально как бы странная хуйня.
Мне это очень не понравилось. Это было очень некрасиво. Секса в этом не было. Я их не чую. Здесь все залутано. Тём, не убегай. Я жду вас, я жду вас. А, ты туда я пошел? Я взял цель. На них же, да? А я посмотрел, да, здесь не лутано просто. Я хотел поднять немножко. Мы сейчас туда добежим, просто можно было бы сейчас переодеться немножко. Над нами вражеский дрон локат. Иду к вам. Посылка с комплектом уже в пути. А, у нас комплект прямо у меня здесь, пацаны. Зря вы убежали. Ну, ё-моё. Тём, у нас машина есть? Блин, нет. Надо броню купить. Газ приближается. Нормально, зона рядом. Так, а где посылка? Вот, у меня. Угу. Прям на мне. Тут еще чья-то, тут еще чья-то. Кто-то рядом есть. Бегу. Так, я больше никого не вижу пока. Вражеская команда открыла. На нас открыли. На нас открыли. На тебя. Прям на мне, да. Бля. Я почти добежал до тебя. 100 метров. Вот они у меня, блядь! Сука! Ну, они в два ебала, пацаны. Я ничего не мог сделать. Тём, я далеко. Я понял. Я иду. Я, как обычно, везучий, блядь, вышел прямо на них. Да в смысле? Что за регистрация, блядь? Да. Где они? Точнее, двое, вот здесь, впереди меня. Двое их комплект сейчас будут брать. Понял. Я справа вхожу. Долбоёб на мину прыгнул. Одного снял? Второго снял. Сука, и меня мина хуйнула его. Он успел мину ко мне закинуть. Там еще один сразу должен умер. Быть. Последний сразу умер, Хин? Нет. Значит, еще есть. Деньги надо с одного поднять и резнуть меня по бырику. Я комплект сразу я заберу. Я на сканере не вижу у них комплекта, походу. Давай, сходите, давай, сходите быстренько пойдем к деньгам. Пойдем на магазин, магазин. Пока зона не пошла, пацаны, чтобы комплект взять. Да-да-да, чтобы успеть. ППшка стала вообще как-то не регать. И мне это очень не нравится. А то есть... тут, в принципе, все пушки периодически не регают. Отлично регает, ничего не знаю. Ты скинешь, я скину. Да, скин. Быстрее. Погнали на комплект, Хин. Погнали. Пластин купил. Да, уже зона идет. Там хуй может быть, кстати, да. Надо успеть. Но я на сканере не видел никого. Маленькая мордочка. А они успеть могли взять комплекты. И они, скорее всего, их взяли уже. Они, думаешь, еще уже здесь? Они еще ГУЛАГ не прошли, мне кажется. А вот еще один дохлый же. А, он здесь и... Там внизу двое, по идее. Этот хуй с моей ППшкой был. А, он ее и взял, да. И датчик. А, это мой труп, ёптую. Понимаю. Говорю, хуй с моей ППшкой был. Бля, у нас пластин нету, нихуя. Есть? Кто здесь? Есть на РПГ. Да, один. У меня РПГ у самого. Так, у нас здесь цель есть. А у нас еще та цель активна. Сейчас 6 секунд не будет активно. Все уже. Можно взять этот лучше. Защитить цель, зону. Зону. Да, взять давай. Зону, чтобы денег заработать больше и купить успеем, броню. Блин. Там зона идет. Нужно не успеть сейчас. Броня надо? Шим. Броня нужна, да. На да, меня, да. У нас один беги. Только. Вижу, покакал. А что мы не успеваем-то? Успеваем же все. Успеваем. Зона же идет. Она строит. Ну, она вот сейчас он... быстро заэтывается, смотри. Сейчас моментальненько. Ну вот говорю, если втроем, то нормуль будет. А где их третий, блядь, интересный индивидуум? Над нами вражеский дрон локат. Основное задание. Еще один. Да. Лупу не надо, лупу. Не, нормально. Смотри, да, сейчас следующая прокнет в новой зоне. По идее. Должна, по идее. Быстрее. Быстрее. Старый прокнет. Быстрее. Контракт изменился. По краю прокает, пацаны. По краю. Она прям по краю. Слушай, они что, контракты прокают, получается, в одной зоне, где ты берешь, что ли, бля? Это бред какой-то. Ну, примерно так оно работает. Она на втором. Это мы не успеваем. Да. Ладно. У нас горит, по идее. У нас нормально все, по идее. Все хорошо. Неудачно как-то какие-то заходы. Не сгорело. Следуйте в новую безопасную зону. У нас вот тут магазин.
сука, взяли, убили после ГУЛАГа, нахуй. Ай-яй-яй, это плохой знак, нахуй, это. Не то в смысле, это хороший знак. После ГУЛАГа, когда убивают? Нет, такого не бывает. Кина же убивали, и это один взяли. А у меня такого не бывает, я всегда простираю, если... Было же бы. Не было бы, нет. Да было, вот, предыдущие катки у нас, в смысле. Ну, не, не у меня, я имею в виду, это ж Хина, а меня, я говорю, у меня для меня знак. Так и тебя тоже, там же было, я же вас обоих хрестнул. В смысле? Там же на заправку на нас два сквада нарвалось, когда... А, да? Я да, не помню и такого. Мы топ-1 взяли. Да. Говорит, блядь. После ГУЛАГа? Да. Тихо. Пацаны. Бегут. А это вы? Я что-то слышал до вас еще. Катка такая была. Я до вас слышал. Кого-то слева кого-то. Может, показалось. Блядь. Опасненько. Никого не вижу. А что, пластина никому не нужна там? Нет. Понял. Газ приближается. Надо, Хин, купи. Кого? БПЛА. Ты что, у тебя же деньги есть. Вот надо... на следующую катку... На следующую катку оставил бабла. Экономит. Ну, шекели как бы надо экономить. Еще и пластину взял, никому, говорит, не нужны пластины. Ты не видел ничего. Давайте таргет взял, блин, возьмем. Я тут нашел кое-что. Нужно? Бля. Здесь, кстати, не лутанные вообще места. Хуеть. И пластин до хуя. Нам надо убить кукурузник. Почему кукурузник? Потому что ник кукурузник. Его так мамка назвала, наверное. FFFTFTM. Кукурузник. Ну это сразу понятно. Шутки про мамку. Да. Ну это сразу понятно, что это за человек, как бы. Про МЛГ. Да. Он на магазине, что ли? Нет, дальше. Над нами вражеский БПЛА. На радаре? На радаре кукурузника не вижу. На здании, блядь, сидят нахуй, да? Кукурузник и его команда, блядь. Ну, хер знает. Нет, за зданием. Либо под зданием. Тут куча, блядь, нелутанных мест, но нам нужен кукурузник. Они, по-моему, На здании. На здании? Да. Они, возможно, внутри здания вообще. 24 метра я вижу. У меня здесь, пацаны, на лестничном проеме, походу. Нет, он уже ушел. Он перепрыгнул, по-моему. На другом здании сейчас. Видите? Вот на этом. Походу, дело. Да, кукурузник наверху. Второй этаж. Сука. И там еще, на следующем здании еще один. Ну я ж тоже бегу. Приближается газ. Отмечаю новую безопасную зону. Кукурузник убежал к друзьям. Дал туда ракету. На, минус, тяжелое ранение, пацаны. Где? Вон там, вон. Тяжелое. Тяжелое? Да. Надо быстренько спрыгнуть с парашюта, добежать, надо сверху. Туда быстренько прыгнуть. Рошануть их. А мы туда не долетим, нет. Ну кукурузник контроль, прямо крыша, под нами. Крыша контроль. Вот здесь кукурузник! Противник в движении! Блять, он чё? Кукурузник страшно. На этом здании, ребят. В меня стреляет такой. Я с тобой прям. Он уже соседнее здание, чё за хрень? Что это, блядь, за спайдермен, нахуй? Он ТП. А вон эти друзья! Друзья слева, пацаны! Прокоцал всю броню, у меня нет патронов. Минус 3. Красавчик. Еще. Это не друзья, это не друзья. Тём, сюда. Меня оттуда ёбнули, как минус 3, погоди. Да. В смысле? Меня оттуда же ёбнули сейчас. БПЛА, если... Не, нету. Что за хуйня? Я забежал. Кукурузник сзади. Здесь. У меня патронов нет, пацаны. Какие нужны? ППшки. ПП? На. Спасибо. Все. Спасибо. Кукурузы не вижу. Кукуруза внизу. Кукуруза под нами. Вон он, кукурузник. Пиздец, блядь. Бегунок, нахуй. Радостный бегунок мечты, блядь. Мы тут, блядь, два склада успели переебать.
Нужны патроны на ПП. Я нихуя не понял. Пойдемте к магазину быстро, к магазину. Я один перебил сквад. Красава, красава, молодец. Я только не понял, если ты их убил, кто в меня оттуда стрелял и уронил. Я куплю пополнение патронов. Регистрация такая запоздалая, что ли? Так, на БПЛ-шку нужно немножко скинуться. Патроны купил, да? Ну, БПЛА сейчас куплю и скидываю. Так, БПЛА беру. У меня есть БПЛА, стой! Я взял БПЛА. А, все, отлично. Ну, у нас три БПЛА есть. Броню кому-нибудь нужно пополнить? Я на всякий случай взял. Там вертолеты летают. Я бы на крышу здесь поднялся, посмотрел бы, что происходит вокруг. А я бы под БПЛА сейчас пошел и зарашил слева тех, кто пиздюков. Пойдем, пойдем. Ну, можно, можно. Вот сейчас БПЛА юзаю. Да, вот здесь прямо передо мной, пацаны. Идем. Вот они двое бегут, вон они перебегают, вижу их. Вот в это здание перешли. Так. Они наверх, наверх бегут. Сейчас на крышу поднимутся. Вон они, уже на крыше. Уже на крыше, их там кто-то дрючит, или они кого-то дрючат. Бегу. Один здесь. Один внизу, один на первом. Поднимается один, прям при мне, мину поставил. Вы попали в 25 лучших. Очень хорошо. Один прямо здесь сейчас. Вот здесь прямо. Есть тяжелые. Где? У меня тоже минус. Там. Угу, все. Я только залезть успел, да ебаный. Парни. Противогаз кому-нибудь нужен? Да. Не, я взял. БПЛА взял. Так, хорошо. На РПГ есть патроны? А, у меня есть. Сколько тебе нужно? Один. На три. Машина. Все. На магазине. Да, сейчас, сейчас машину ёбнем. Снял броню одному. Только бронь, да? Да, он в этом. В здании. Вот в этом здании. Да. Снял его. Все, убил. Сразу, да? Справа от нас, справа от нас, прямо на краю зоны. У контейнера. Там вон кто-то вызвал контейнер. Вон они. БПЛА юзу. Наверху, наверху, наверху. Прямо на него бегут. БПЛА поставил. Дал туда ракету. Не попал. Они там наверху, да? Еще у нас здесь, пацаны! Здесь нас жмут. Принято. Я поведу. Ты поехал давить? Да. Блядь, не задавил, не задавил, не задавил. Почти живая, меня стреляют, пацаны. Перекройте меня, пожалуйста. Есть ног. Бля. Прикройте, прикройте, пожалуйста, я сам ореснусь. Прикрываем, прикрываем. Они там по дымам. Да-да-да-да-да. Я сам ореснусь, сейчас вылечусь. Угу. Но им сейчас на нас бежать. Да-да-да, нормально, мы сейчас обратно отойдем. Просто нужно прикрытие как-то это сделать красиво. Справа откуда-то еще стреляют. Парят, да. Вон. Пойдем, 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 отойдем. Нас сейчас, мы сейчас бутеребуем. Мы сейчас бутеребуем, пацаны. Блять, хуярят. Пойдемте под мост. В смысле? Под мост, под мост. Я не... Сможешь. Осторожно, газ приближается. Нас снайпер сможет хуярить. Вот сюда. У меня два снайпера, три хуярят. Если вы не в зоне, то советую поспешить сюда. Вот сюда, вот сюда, вот сюда. По краю пройти. Выдвигаюсь. Мы сейчас выйдем на сквад. У кого БПЛА есть? Их пушат, их пушат. У кого БПЛА есть? Вон челик, вон. У меня. БПЛА сделай. Дай БПЛА. Сделаем. Блять, братан. По дороге. Да, мне говорят. Вон еще бегут, вон еще бегут. Бежит команда. Я спину нам прикрывал. Слева от нас. Мы в окружении. Мы в окружении. Хин, сядь, сядь здесь. Ляж здесь. Вот так вот ляж. Ложись. ГУЛАГ есть у тебя или нет? Не, все, ГУЛАГа больше нет уже. ГУЛАГ, все. Вот здесь ляж? Да. Лежим. Мы в зоне как раз. Сейчас будут занимать эту зону. У меня патронов нет. Шим на ПП, надо патроны. Отлично. Надо патроны. Скинь. Скинь. Спасибо. Лежим. Что-то как-то не клеится. Гадко это, блядь. Говёненькое, блядь. 10 человек всего живы. Мы в окружении прям. Они будут по верхам будут работать. Они сейчас между собой ебашут. Один, двое бегут на нас. Прямо у нас. А минус, минус ног, один минус. Это пошло
Я лег. Слева от нас, Хин. Ног. Аккуратно, снайпер. Да. Хин. Апни меня лежа. Сука. Лежа. Лежа. Да, все. Они перебегают. Сейчас мы зайдем к ним в спину. Видел? Готов? Там за дорогой. Минус один. Красавчик. Ног. Над так, хорошо, эмо. Над нами. Последний остался над вами, один человек, вот он. Джи-джи! Слушай, два топ-1 подряд просто как письку мотать женскую. Вообще, красавцы мы! Просто пиздец, вот эта ситуация, блядь. Это мне обосраться бы, блядь. Я так по-мужески задержал целый сквад, чтобы вам но спину не зашел. Но очень катка была плохая по результативности, на самом деле. Ну, блядь, вздыхали мы так дохуя. Это пиздец, это пиздец, это просто. Ну, это такой топ-1, знаешь, такой, на ниточке, ебать. Я с машиной зафейлил, нахуй, нас окружили. Там дали пизды, тут дали пизды, там дали пизды, там дали пизды, там дали пизды. Все равно, блядь, взяли топ-1. Это пиздец вообще, ну что, третья катка, давайте третий топ-1 подряд. И не будем пиздеть, что мы взяли третью катку, второе место. Да не было такого, да. Показалось. Все честно, без наебалово. Третий топ-1 подряд. Блин, Шим, у тебя маска дырявая, кстати. Я знаю. Кажется, мне не поможет. Не поможет? Ну что, пацаны, по стандарту, Боньярд ГУЛАГ. Топ-1. И топ-1, да? Боньярд ГУЛАГ и топ-1. Боньярд ГУЛАГ топ-1. Хочешь сразу убить кого-то? Давай. Ну, естественно. Боньярд ГУЛАГ топ-1. А давай ПВЕ контент устроим в Call of Duty. ПВЕ? Машины взрывать? Заметьте, мы даже выпрыгиваем, мы не договариваемся. Почему? Когда выпрыгивать? Так это ж чувствуется. Вся команда чувствует. Ты что, не чувствуешь, когда член твоего отряда выпрыгивает? Не приходилось как-то. Жопа не сжимается, блядь, автомат. Ну смотри, член твоего отряда выпрыгнул. Ты должен это почувствовать сразу. Хин за тобой! Хин за мной! Принял. Ваша основная за забором. Одного снял. Меня ебут. Иду. Меня выебли. Я одного снял. На мне прямо. Иду, братан. На мне прямо. Иду, идем, братан. Идем. Вы же вроде рядом были прям. Нет. Нет? Значит, покажи. Разъебал одного. Там второй один был у тебя? Умер сразу. У меня один, я одного выебал. Ваш союзник попал в ГУЛАГ. Мой умер сразу. Цель ты не взял, братан? Не, я же сразу на человека приземлился. Они взяли цель, походу. И цель была не на нас. Выдвигайтесь в отмеченный район и защищайте его. Так, а цель ты взял, да, братан? Ага. Пойдем, тут еще у них за стенкой был друг. Или не у них. А вот здесь у нас хин. Иду. Вставляйся, надо разъебать. Ваш сука! Блядь. Где, базу. Покажи, где. Вот здесь вот прямо передо мной будет. Где-то вот здесь. А вот я... Бегу. Шим, там 3-4. Челика. Да. Ты их видишь? Нет. По мне кто-то строчит очень-очень жестко. Броню не, встань. Вставь броню. Вставляю. Я только залутал. Еще один у меня здесь. Ага. Ранил. Не, нахуй мне. Еще есть? Мой умер. Все, нету больше. Может где-то есть, но не здесь. Но они оба сдохли. Мы сейчас сразу выкупим тебя. Здесь денег, ебаный пиздец. Пс, парень. Пс. Вставай, живо! Вставай, живо, ёпты! Хин! Не. Не расслабляйся, боец! На 5 минуточек. Магазин 100 метров. Пожалуйста. Будь так любезен, будь так габары. Обидно, когда еще ГУЛАГ проебываешь. Вот это самое бьет по сердцу. Брат, надо кому? Как говорится. А там ебучий дробовик. Мы сейчас сразу комплект сделаем. И пойдем ебать. Ебучий дробовик? Да, прям песня. А у тебя был или у него? Ну, у нас обоих. Я с этим дробовиком вообще не дружу. Хин, давай, бабки скидывай и быстренько это. Добегу я до тебя.
Да, бегу. А потом... Тёма уже Билет, летит. Это NoFX. Скорее. Самое важное реально со старта комплект поиметь, и все будет хорошо. А меня броню убьет? Броню покупаю. Да, тебя убьет. Броню купил. Блять. Не дает залутать. Так, все, броню. Нет. На эрку патроны есть, ребят? Можно еще брони. А на эрку вот. Да, на, скинул. Спасибо. Так, у нас надо. Захват, пойдемте захват. Можно выполним. Еще брони? Блять, можно, ладно. Конечно. Давай. Всем по броне. И мне, пожалуйста. Да, давайте. И мне, пожалуйста. Да, давайте, всем. Папа все купит. Ребята, по очереди. Спасибо. Там еще броня осталась, Хина, если тебе надо. Чем ты мог забрать еще одну плашку? Мы не успеваем. Ладно. Все, у меня есть. Не успеваем? Почему не успеваем? А, да, все. Не, у нас минута на разведку, ты чё? А. Где-то 15 секунд, это зона. Это зона, да. Ах ты дезинформатор маленький. Ты против команды играешь, что ли, блядь? Да. Все куплено. Дезинформируешь? Анализацию катки? Каким? Вот еще пластина. Анализирую дезинформацию. Анализирую дезинформацию. ГУЛАГи вот два раза проебывать, это очень плохо. То есть это сразу дезмораль какая-то идет. В смысле дезмораль? Ну вот у меня, если, допустим, я вдруг умер, и потом в ГУЛАГе проигрываю, меня сразу бесит все нахуй в этой игре. Ты понял, о чем я? Да. Я прям начинаю беситься нахуй. А, тема захватывает. Я осмотрюсь. Контракт выполнен. Разведданные. Здесь, погнали! Здесь пацаны на крыше кто-то где-то сидит. Я вот там вот по ощущениям. Иду. Там стрелочники. Блять, где здесь выход, сика? Ну, большой такой двери. Я прочесываю территорию пока. Если закричу, то закричу. Обычно Хин первым бежит, у нас же. Ну да. Ну я аккуратно, я же с радаром, как бы. Тут машина. Здесь, кстати, машины все заведенные, как я понимаю, всегда, да? Или нет? Да. По-моему, да. Всегда. И, соответственно, хуй поймешь, вот приехал кто на ней? Или она такой и родилась, блядь? Опять же, денег дохуя, можем бы ПЛАшку взять. Сейчас до ближайшего магаза. А чё молчите, чё не радостные? Вот. Бомблю молча. Бомблю, говорит, молча. Бомблю в душе, блядь. Это самое хуевое, когда человек бомбит и в ней... В душе. Знаешь, есть люди, которые держат в себе, блядь, а потом как взрываются нахуй, ты думаешь, что за демон, блядь? Откуда ты взял, как ты превратился? Оказывается, человек терпел долгое время. Ты заметил, что я не взрываюсь долго, да? Да, я знаю. Мне кажется, что ты такой же, в тихом омуте, блядь. Потом как бомбанешь, как все выскажешь, нахуй. Угу. Здесь грузовик недавно подъехал или вон там машина едет дальше. Вроде он здесь. Почему они на меня не едут? Машины, блять. А, Тёма хитрый, он кушать сел. Я кушать приятно. Не... Да. Угу. Ни в коем случае. Пельмешки. Я когда ролики пишем, я не ем. Он, короче, высадился и перестреливается с кем-то у магазина. Он кого-то в магазина жмет. Пирамида, жилой комплекс. Он здесь, пацаны, прям вон перестрелка жесткая, ебенилово. Тут мальчишки в огромном количестве, мальчишки прям. Броня. Тяжелое ранение. Ага. Там еще наверху минус один броня хин. Броня одному. Есть минус я броня. Я своего добью. Ага. Есть, чтобы он не бегал, блядь. Еще кто-то там. Там еще двое в этом домике. Продамажил еще. В домике? Да. Да, в этом домике. Над нами вертолет, внимание, за домиком, внимание. За домиком. Минус за. Он один сразу умер. Кто-то в меня ебашит сзади. Это кто? Еще один внутри был. Ебанул. Тяжелое ранение. Еще один там. Еще один. Где, блядь? Нихуя не понимаю. Со спины. Это я. Да, со спины. Со спины еще кто-то есть. БПЛА. А, это авиаудар. Вон там вот. Что за паника, блядь? Где? Паника. На красной метке моей последней. Был человек. Ёбну сейчас ему авиаударом. Я штурмовик 3. Вас понял. Захожу на цель.
Меня пробивают там из домика, блядь. Это вообще откуда-то непонятное движение, блядь. Здесь где-то снайпер еще? Да вроде бы был. Вон наверху, пацаны, сзади, вон! Сзади, сзади. Противник в движении! Да. И еще один снизу. Двое. Угу. Принято. Вижу, вижу, вижу. Сейвить, сейвить. Я у магазина здесь сейвлюсь. Рашат нас, рашат нас. Противник в движении. Он, они за зоной сейчас. Один уже за зоной. Вижу. Одного снял. Один на грузовике пытается задавить меня. Хуй тебе, блядь. Газа повышается. Еще один с базукой здесь. Минус. Смотри, куда палишь. Где он? Забрал. Забрал. На машине тоже забрали, да? Угу. Да-да-да, он выбежал как раз ко мне в спину. А наверху там хуй умер, который был у нас, да, со снайпером. Снайпер, да, есть, да, еще, я не знаю, со снопой вот был чувак. Чуви. Возможно, потом. Мне показалось, ты сказал, со снайпой был Чуви. Чуви. Пойдемте, пацаны, зона далеко, кстати. А есть ли РПГ-патроны? Ну, магазин, магазин, все БПЛАшки, пацаны. Все, что есть, покупаем. А где магазин у нас здесь? Есть магазин? Вот же прям. А где? Набор для самореза и БПЛА я беру. А можно мне скинуться? Да, у меня 700 осталось. 100. Не понимаю, блин. Все, у тебя деньги кончились? Большой семье. А здесь вертолет сидит? Да, это вот который со спины стрелял нам еще. Он убежал. Это по которому ты авиаудар давал. А, он дымится, блядь, как-то странно себя чувствует. Вижу там посылку. Надо снопу взять. Вертолет полумертвый какой-то, блядь. Странная сексуализация в нем. Я корячок возьму, старичок. Не, с РПГ останусь. Зона сейчас идет. Сейчас, ага, да-да-да, нужно сейчас срочно петушкарить. Можно машину взять, сейчас попробовать прорваться. Как вам идея? Да, лучше будет. А то долго с БПЛА, бежать. Я тогда БПЛА сейчас юзаю и на машине объезжаем их. Или въезжаем в них, или объезжаем. Прямо в них! Окей. Что, тимвайп делаем? Вот здесь вот есть. Отметил. Иду. Угу. Не, хуй на них, в зону поедем. Да в зону поедем, хуй на них. Да. Они вот здесь будут сейчас на флажке, мне кажется. Пизду. Да, машину взяли, грузовик там. Да в пизду их, не нужны. Некрасивые. Тут и над нами сидят, я смотрю, везде, блядь. Да-да-да, прямо здесь вот есть. Машин, квадрик едет, квадрик едет. И у нас здесь есть хуй, над нами прямо. Либо в здании. По радару вижу. Идем, идем. Щит, щита убили слева, оттуда. Здесь у нас, прям над нами. 27 метров. Угу. Прямо наверху. Да, наверху здесь. Я поднимаюсь? Я тоже. метров, он спрыгнул. Я его слева не вижу. В здании? Он спрыгнул? Вон, да, он вон зашел он сюда. Переебашил, у него ничего. У него он без брони. У нас еще слева были. Ты куда бьешь? Прекрати! Слева были? Да, да, да. Где-то там. Вот в нас стреляют. Вот под нами прямо. Нужно. А откуда он? Я не понял. В кустах сидит, разъебал. Есть попадание. Угу. Еще кто-то что-то. Еще кто-то что-то кинул. Со спины. Там же, с дороги. Там же, да. Вот за этими, по-моему, хуёвинами. Да-да-да, вон он. Где он? Вот здесь. Где-то здесь. А нам сверху. Блядь, бьет. Зона! Да. А где этот Пётр? Блядь! Поднимай. Снайпер снял. Над нами вражеский. Я не успею, блядь, походу. Да, успеешь. Я противогазе тебя сейчас резну. Погоди, нет, я ползу еще! Снайпер, снайпер! Все, я здесь, можно. Сука. Давай, вот же эти меткие снайперы, блядь. Угу, нормально, нормально. Дроны юзаем. Сексуальные. Давай, чекни, братан.
Вот снайпер, вот он. 136 метров? Да, вот. Цель на ликвидацию. Там же сидит? У нас здесь рядом еще. Еще вот там челик. У нас цель прямо в упоре здесь рядом, Хин, чекни. А, да-да-да, вот. Над нами вражеский. Он на где? Доме? Да, в доме. Он в доме? Да. Вот он. Противник в движении. Снял. А чё этот хуй здесь сделал, блядь, вопрос? И еще цель. Блядь, в спину мне настрелял кто-то. Внизу двое. Переебал одному. Добил. Еще один там. Еще один, да. Он прокосанный, без брони, второй. Осторожно, снайпер. Он минусанулся. И у нас на крыше еще есть. Вот, они передвигаются дальше. Выдвигаемся. Пойдемте, нам зону надо. Да. Идем, двигаемся. Осторожно, газ приближается. Вот сюда. Надо в спину зайти. Сука, здесь знаешь, что самое хуевое? Вот эта дорога, вот сюда. Выдвигаюсь. Куда? Туда? Угу. Вот здесь уже подъем есть. Ну, смотрите, если есть, то идите. Я просто вижу, что ближе. Угу. Мы нет здесь подъема. Не соберемся. Есть подъем. Shift-shift. А, смотри на радар, shift-shift. Ебаная хуйня, блядь. Пиздец, ребята, походу. Не, нормально, мы здесь выбираемся. Все окей. Чуть-чуть, Тёмыч, догоняешь зону, да, братан? Да, я ее перегнал вроде. Нормально. Блядь, горит уже. Сука, у тебя? Ну? Ну, катка, да, катка такая. Катка не закайка. Ну, напряженная достаточно, секса в ней много. Пиздец, это радует. Оттуда, то отсюда, блин. Да хуй на них, не агримся вообще. Не. Перейдем в зону, будем их убивать. Сейчас... У нас в этом ангаре могут быть пару. Да. БПЛА у кого? Над нами наш. Опа, нихуя вижу. Нами. Стреляется. Кем? Где он, блядь? Вот он. GG. Ползет? Нет. Ёбнул. Он сразу. Это. Мальчишка моей мечты, я их называю. Курьер. Лут нес, говорит. Чё, пацаны, заказывали, Here говорит. Is your loot, my brother. Да. Говорит, лут принесу пацанам, говорит, бля, и будет секс у меня сегодня. Блять, да это пизда, пацаны, надо снова идти. Нам нужно вот эту позицию занять, высоту как-то. Машина, здесь грузовик где-то был, нет? Нет. Давайте, блядь. В зоне был. Ваша задача уничтожить цель на ликвидацию. Можем слева бежать высоту. Справа. Вот здесь нам нужно высоту занимать. Да. Справа. Слева там уже машины ездят, там нас сейчас передавят нахуй. Нет. Внутри. Не, внизу трое. Не надо, не трогай их, братан. Да. Не сейчас. Давай займем позицию. Бегут тоже по своим делам. Мы же на топ-1 играем. У нас справа здесь есть, даем. Аккуратно. Он, можно бы БПЛА еще один купить. Ну ладно, хуй с ним. Справа есть, да? Да, справа есть. Два склада как минимум. Приближается газ. Бля, мы сейчас между двух складов, да? А они нам в спину будут заходить. Можем здесь вот закрепиться где-то, они сейчас сюда пойдут. Да. Но здесь открыто слишком, мы пацаны, здесь нас снайперы снимут. Нам нужно что-нибудь такое, чтобы подсидеть их, блядь. Ну, бочину могут, да. Нам вот здесь вот у нас высота есть, по идее, если кто-то снизу... Вот это хорошая позиция, кстати. Вот примерно здесь. Тёма. А эти в этом доме, походу. Да. Машина едет. Угу. У деревьев встаньте. А они втроем там на меня насели. Отходи. У меня здесь еще один склад в бочине. Их ебут, да, я вижу в бочине. Да, они между собой стрелялись как раз. Это наша цель. Меня ранили! Отходи. Отходите, пожалуйста. Снял этих сбоку. Да, все. Снизу Хин, можешь работать? Да, тут еще один где-то. Я одного снял тут. Снимаю это, вставляю пластины. На радаре не вижу здесь никого. А он есть.
Где именно? Есть. По-моему, оббегает нас. А, он снизу пошел, здесь. Да? Возможно, да. Спину открытой оставили? Да, есть. Есть, да. Минус броня снял. Тяжелое ранение, есть еще. Есть еще, окей. Добит. Хорошо. Он добит, добит. Кем добит? Сам резнул, сам убил себя, скорее всего. У меня нету этих, как его... Вот сюда. Пластин, ребят. А, уходим вот туда. Высоту, высоту, высоту вот здесь. Сейчас дам пластин. Следуйте в новую безопасную зону. Я за тобой бегу. Давайте высоту, самую высоту нужно взять, самую верхушку. Угу. Союзная посылка с комплектом уже... Прям мы первые, получается, здесь. Надеюсь. Кто-то сидит такой с самого начала катки, блин. Надеюсь, надеюсь. Вот сюда. Отметил. Иду. Все. С другой стороны. По пластинке скинемся. Да, с другой стороны будут. Кину. По пластинке, говоришь. Да, 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 да. Спасибо. У тебя допов нету, да? Что допов? Это допы пластинки, да? То есть у тебя да, нормально. Да, 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 это вот три штучки. Не одна. Вот. Мне одну надо заряжать. Есть, вон бежит, вон. Где? Вон. Пометил. Сука маленькая. Да. Убил? Нет, нет, я только броню посадил. Подождите, подождите, не меняй позицию только сильно кардинально. Там что, еще один. Осматривайтесь. Им нужно будет снизу сейчас забираться к нам, поэтому нормально. Мы прикрыты, здесь, кстати, здесь слева. Справа. Вот это право и будем держать, оно критическое. Угу. Осталось 5. Да, да, да. Вот это вот право нам на, у нас самое беспокойное. 9 человек. Говно, а не снайперка, блядь, с челика снял я. Что? Да мне что-то не нравится, как она стреляет. Я с ней снизу вижу что-то вдалеке. Что-то слева шумит. Под нами, слева. Хин, право смотришь, да? Да-да-да. БПЛ-шки у нас кончились. Хуёво. Угу. У меня есть одна. Ну вот сейчас заюзаешь, когда уже будет в финале. А там никто не забрался. Вы еще можете победить. Значит, они слева пошли внизу. Всё, да. Значит, они слева внизу. Еще 6 человек. Срочно перебираемся в зону. Очень быстро. Очень быстро. Похуй на них, похуй на них, Хин. Похуй. По краю, по краю зоны. Вот пусть там воюют, стреляют, делают, что хотят. Прям по краю красненькой. Чтобы мы вообще не это. И самую высоту. Вот эти скалы охуенные, кстати. Охуенно, блять. Вот это, блять. Так, ущелье. Все отлично. Блять. Я испугался успел. Нахуй чуть-чуть. Пацаны, ну... быстро. Там 0.03. Да. Вот сюда, пацаны. Иду туда. Хереть, блять. Приближается газ. Сексуализация, как он говорит, да? Вот это высота, да? Это, блять, как на большом члене сидеть. Ну, в смысле, я не знаю, как это... Вот как раз возник вопрос у нас с Кином. Мы чего-то о тебе не знаем. Ну, в смысле, блядь, просто как бы... Блядь, ладно, хуёв сравнить. Да, 3 человека остались. Все, минус вся запись, да? Там надо пи добавить будет. Есть, на высоте справа. Ага, вижу. Он. Индивидуум. Попал. Сейчас к нам будет перебираться, там красный. Там снайпер! Левее. Снайпер. Аккуратно. Попал ему. Их двое! Зона внизу. Их трое, да? Угу. Да. Можете снайпера пометить, если получается? Блять! Пацаны, меня чуть не убили. Короче, мне пизда, походу, у меня пластин нет. Вниз переходите. Да, галяк. Ты в зоне? Я в зоне. Я не в зоне, я пойду с зоной в противогазе, пацаны. Я буду заходить к ним в спину, слышите? Сейчас маневр они будет. Уже бегут. Сейчас маневр будет, пацаны. Юзаю. БПЛА их не видно. Есть тяжелый. У меня один сбоку к вам заходит! Маневр! У вас маневр в спине! Где я? Добейте его! Не вижу его пока. Не вижу. Броню вставим. Последнюю. Красава. Снял его, тяжелая. Есть? Угу. Тяжелая. Здесь, у меня слева там. Давай, Тёмыч. Тяжелая? Резаюсь. Давай, братан. Все, это победа. Тот резался.
ГГ! ГГ! Это третий топ-1! Блять, я маневр не совершил, ребята. Сучий Петр, блядь. Они в итоге нам завершили его. Блядь, вот это неожиданно было. Ну это хорошо, пацаны, это хорошо. Это стабильно, блядь. Хорошая катка. Вот немножко уже разыгрались, киллов побольше у нас. Ну, блядь, мне не нравится. Мне не нравится то, что мы высоту хорошо взяли, но видишь, я не закрепился, получается. То есть... Не прошло. Ну ладно, нормально, ребята. Рандомило, я бы сказал. Блин. Три топ-1, блядь. А хули надо, ебать. Усели поиграть, пацаны, блядь. Два топ-1, один топ-2 и третий, и четвертый получается топ-1. Просто за четыре катки, блядь, три топ-1. Вот это результативность, блядь. Вот это секс, нахуй. Вот это разогрелись. А про большой член я вырежу. Все. Не было такого. Два раза придется вырезать. Ты прям профессиональный раввин станешь. Вот так вот, значит, мы посидели в Дискорде, поиграли. Это была наша команда читеров без читов. Все, спасибо, значит, целую, люблю. Пока-пока.